Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить игрушечку The Lord of the Ring Conquest, что в переводе обозначает «Властелин колец. Противостояние». Ну что, давайте посмотрим, что у нас там будет дальше. Немножечко я повысил уровень сложности, потому что... Вот, смотрите, да, ставим на героический, потому что как-то мы быстро разобрались с Саруманом. Это что-то как-то совсем было легко, поэтому сделаем немножечко свою жизнь... Потяжелее, посложнее, что ли. Марийские копии. Давайте смотреть, что у нас там интересного. Скорее всего, здесь у нас будут уже эти самые... Ну, вы поняли, да? Тролли там, все такое. Будет все серьезно. Погнали. На севере, в пещерах и копях Мории таится грозная опасность. Именно здесь когда-то Гэндальф сражался с Балрогом и поверг его. Эта победа стоила старому магу жизни, но она позволила Хранителю Кольца спастись из мрачного лабиринта пещер. Но в сердце Великого Подземного Королевства все еще бродят гоблины и иные злые твари, и число их растет. Сегодня настал день, когда свободные народы отвоюют Морию. Их поведет в бой гном Гимли, сын Глойма. Однако в этих древних пещерах нужно быть осторожными. Возможно, здесь таится неведомое зло. Сейчас посмотрим, что у нас тут происходит. Что за дикое вакханалия. Восстановление марийских копий называется у нас эта миссия. Да, 6 апреля 2019 года. И нам сразу дают выбор. Можно, смотрите, выбрать гондорский маг. Вижу у него дерево. Значит, он у нас с Гондора, я так понял. Но давайте-ка поиграем немножечко за воина. Такой типичный, знаете ли, гондорский воин. Классная у них броня. Я думаю, вам тоже нравится. Просто офигенная. Классно смотрится. Поэтому давайте поиграем за него немножечко. Будем таким лютым танком. Так, у нас есть задание. Присоединиться к Гимли и... Ой, у гробницы Балина. Хорошо, слышите, погнали. Гробницы Балина. Гимли ждет нас там. Собираемся у гробницы. Ага, знакомая озвучка, да, ребятки? Знакомая озвучка. Где-то мы уже ее слышали. Благим ветрам нет пути в эти мрачные. Так, что у нас тут? Я чувствую, что здесь стоит со зло. Орки, да, пошли? Хорошо, сейчас разберемся. Думаю, с этим проблем не будет. На тебе по щам, ублюдок. Так. Что там происходит, мужики? Давай гондонило. Путь к гробнице Балина. Встретимся там. О, там куча мала бежит, смотрите, просто. Собираемся у гробницы Балина. Так, да собираемся, чувак. Ну чё, ублюдки, здорово. Это, конечно, эпичный прием. Очень классно смотрится. Офигенчик. Просто круто. Падай, сучёныш. Так, там у нас мага фигарит, смотрите. Ты чё, охренел? Пошел отсюда. Нормально так его пнул. Фига. Не очень-то ты торопишься. В другой раз не стану ждать всяких там кайфов. Кто там у нас? Гимли, что ли, разговаривает? О, смотрите, гробница. Та самая гробница. О, Гимли, здорово. Дружины, мелкий. Выхода нет. Враг не должен захватить гробницу. Окей, ждем. Сейчас посмотрим, что у нас там. Ой-ой. Они вышибли двери. Фух. Ну что, нужно будет продержаться? Это пещерный тролль. Пещерный тролль, ага. О чем я и говорил, ребят. Тролли пошли. Это хреново. Так, можно вам... Ага, смотрите, можно поиграть за Гимли. Давайте поиграем. Давайте. Врага страшнее, чем разъяренный гном. Ой-ой, ни хрена себе. Что это было? Тихо-тихо-тихо, ни хрена себе ты. Даешь жару, мужик. Что-то мне жизни мало осталось. Ты жопа, а? Чувак, подхиль меня. Капец. О, подхилил, хорош. Так, ну блин, опасно лезть. Тихо-тихо-тихо-тихо, поражение. Ох, ни хрена себе. Чего у вас так много-то, мужики? Офигеть. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Охренеть. Жесткие, конечно, жесткие тролли. Нормально так они, конечно, разобрали Гимли. Так, ну да ладно, ладно. Давайте берем мага.
Продолжаем. Ну, я думаю, ничего страшного, у нас это ничего не скажется в будущем, все будет нормально. Тихо, спокойно. Да хренишь, конечно, здесь орков. Так, тихо. Жалко Гимли, жалко потерял. Да ладно, ничего страшного. Так, мы терпим поражение. Ни хрена вас тут, мужики. Чего так много-то? Давай вот так. Нужно бежать из этих мрачных пещер к лестнице. Да. Все-таки очень кайфово играть за мага. Офигенчик. Да тихо ты, мужик. Тихо, ты что делаешь? Успокойся. Так, что, надо убегать? Давай, погнали. Не будем медлить. Давай, давай, ребятушки, проходим. Так, тихо, тихо, тихо. А, блин. Орк-воин. Нужно, короче, быть осторожными. Они опасные ребятки, на самом-то деле. Давай. Погнали дальше. Да, откуда вас только есть, мужики? Вообще. Давай лежать, вы хорош. Давай, давай, чуваки, заходим. Забегаем. Сукинцы, нас будет живой еще. Давай, вали его. О, нормально. Хуяк! Лежать! Фух, блин. Что-то я по-прежнему переживаю, то, что мы потеряли Гимли. Жалко, жалко, очень жалко. Да успокойся, мужик. Я говорю, спокойно. Свалился, просто свалился. Ладно, идем дальше. Фух. Чувак, ты чё летаешь-то? Нормально он, блин, вылетел. Так, давай, 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 ломай быстрее это дело. Не стреляет. Откуда? Ага, вижу. Ну блин, как далековато, я не могу попасть по ним. Они очень далеко. Мы должны захватить ее. Так, идем, идем, идем. Под щитом, короче говоря. Поднимите рычаг. Под обстрелом идем. Аккуратненько. Ой-ой-ой! Два тролля. Лучников. Жопа. Там еще маг. Вот это говно, конечно. Приятное дерьмо. Очень опасно. Хопа. Тихо, 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 тихо. Горим, ублюдки, горим, давай. Просто сжигаем. Так, один готов. Еще один остался. Так, ну почти, 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 почти. Еще тычку. Ах, блин, странные лучники, а, добили меня. Добили все-таки. Так, ладно, давайте поиграем, может быть, за лучника. Как вариант, давай. Так, готов. Чувака не спас, но ничего страшного. Чё там, блин? Откуда? Во! Нам уже, смотрите, наши чуваки обошли. С фланга. Лежать. Еще один идет. Жопа. Не, конечно, лучник нормально так разваливает. Издалека самое то прям вообще. Хорош. Расстояние, красава. Так, тихо. Там еще странный маг у нас идет, смотрите. Все это дело блочит. Падла. Блин. Тихо. Падай, сучёныш. Готов. Так, давайте. Нифига себе, он с одного удара просто выносит. Жесткий, конечно. Жесткий. Ничего не скажешь. Хо-хо-хо. Охренеть, но я еще выжил. Нет, уже не выжил. Блин. Да, это жесть. Просто жесть, ладно. Ну что, давайте. Нужно пробираться как можно быстрее. Так, там, я так понял, не спамится без... просто... без конца. Так, нужно просто пройти вперед. Нет, так, не так кажется. Так, давайте подхилимся. Так, тихо. У нас мало сил. Блять, твою мать, да серьезно что ли? Так, кажется, я понял, что нужно сделать. Давайте. Впервые я беру в этом прохождении разведчика. Ну, сейчас будем без палева пробегать. Нам нужно закрыть это дело, я так понял. Потому что иначе они будут лезть постоянно. Так, хорош, 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 хорош. Больше не будут нам угрожать. Так, давай. Захватите мост,
Ахаза Дун. О! Оттуда мы двинемся вперед. Вот так это делается. Конечно, не все ХП ему снес, но все же. Да, просто с одного удара. Еще и сожрал меня. Жесть. Ну тролли, конечно, жесткие здесь. Тролли жесткие. Так, давайте-ка. Давайте возьмем воина. Погнали. Давай, давай, чуваки, пробегаем. Фух. Ну, согласитесь, да, смотрится все очень достойно и очень классно. Лежать, ублюдок. Так, там сраный маг. Ты что там делаешь? Ай-яй, тихо. Так, нужно захватить мост. Давайте попробуем это сделать. Блин, сюда Барагорна, конечно, вообще не помешал бы. Со своими, своим войском мертвых. Так, 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 давай, давай. Ай-яй-яй, тихо, вы что делаете? Сука, странный орк-воин, а? Твою мать, какого хрена? Ну смотрите, я поставил немножко посильнее, да, уровень сложности, и уже чувствуется. Пошел в жопу, урод. Уже намного сложнее. Чувствуется, чувствуется. Так, хилка, 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 давай забирай. Сука, просто замесили, а. Странные орки. Ладно. Давайте берем мага. По стандарту. Давай, давай, мужики, забегаем. Заходим. Сейчас прорвемся, сейчас все будет как надо. Фух, так, чуваки хотят похилиться. Давайте похилим. О. Гореть. Хуяк. О, хорош. Все-таки маг тащит, да? Как-никак он разруливает. Вообще красава. Так, чуваки, давай хилимся. Хилимся, хилимся. Ай-яй-яй. Ой, хорош, чувак, хорош. Чё-то их там... Много, слушайте, вообще до хрена. Ёб твою мать, что это было? Он убит. Нельзя медлить. Нам надо захватить мост. Чего? Все жизни потеряны, тут еще есть жизни? Ни хрена себе, я не знал, ребят. Я не знал. Ладно, давай еще раз. Вот это новость. Я-то думал, здесь у нас бесконечно можно так играть. А нет, ребят, оказывается, тут еще есть жизни. Теперь будем знать. Так, ну да, давайте воина возьмем. Получается, у меня 3 жизни, что ли, всего? Ладно, ладно, сейчас посмотрим. Ну что, ребят, продолжаем. Оказывается, здесь можно за Гимли делать такую штуку. Сейчас посмотрим, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, 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 сейчас, 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 сейчас. Подходим сзади и делаем вот так вот. Я-то думал, почему он так быстро падает? Оказывается, здесь свои хитрости, смотрите, он просто их вырубает. Охренеть. Немножко я недооценил Гимли. Че, иди в жопу, ублюдок. Мелкий гном сейчас всех развалит тут. На тебе, сукин сын, с головочки. Так, продолжаем. Давай. На этот раз попробуем пройти за Гимли. Надеюсь, что все будет хорошо. Давай, бородатый, разваливай. Лежать. Тихо, 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 вы че? Так, тихо, тихо, тихо. Ай-яй. Блин, неприятно было. Да вы чё, а? Ну-ка, свалили. Свалили, ублюдки. О, захватили это дело. Хорош. Кстати, у него есть бомба. Не просто обычный какой-то топорик он кидает. Пошел в жопу. О, с головочки. Красава, конечно. Так, ребятки, пришли. Давай. Так, да, лежать, мужики. Все, погнали. Погнали вперед. Да, смотрите, у нас есть 7 жизней. Они показаны в правом верхнем углу. Так. Так, вот эти чуваки опасные, лучше их взорвать. Тролли не должны выбраться из клетки. Ты чё, дуэл? На тебе с головочки, на! Так, готов. Бежим, бежим, бежим дальше. Пробиваемся вперед. Давай, чуваки, давай, давай, давай. Тихо. Нормально. Продвигаемся. Чуваки, вы где там? Идете? Хорош, давай. Ты чё стоишь тут, скучаешь, мужик? А? Не скучай.
Так, давай, заходим. Хорош. Там тоже, смотрите, с кем-то фигарится. Мы должны захватить ее. Так, ну чё, чуваки, идем, давай, заходим. Закройте клетку. Сраные тролли, а. Убейте лучников. Так, тихо. Тихо. Сейчас кое-что сделаем. Вот теперь можно сражаться. Иди сюда, сладенький. Получается, он сносит просто с одного раза? Да, смотрите. Хорош. Да, успокойся, мужик. Ты что, не дурей? Тут же гибли. Какой все-таки мелкий, а? Смотрите, сравните с обычным воином и гибли. Гном, вообще же, капец. Такой маленький. Маленький, юркий, быстрый. Ах ты, сучоныш. Тихо, а? Этот мужик опасный. Он нормально его взорвал. Хорош. Так. Ты ж пузатый. Ты давай не дури. Не дури, я тебе говорю. Ты что творишь, а? Все, упал. Нормально. Ой, там, конечно, офигище. На! Ловите плюшку, мужики. Так, вам такой вариант. Тихо. Ой-ой-ой. Ни хрена их там, смотрите, просто офигеть. Куча. Так, тихо, надо немножко отойти, мне так кажется. Опа! Проходим, потихонечку прорываемся, давай, мужики. Ты что там стреляешь, ублюдок? Падай давай. Нельзя медлить. Нам надо захватить. Тихо. Все, хорош. Два чуваки захватываем. Сука, а? Странный лучник, иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Че там стреляешь? Вот так вот. Хорош. Фу, захватываем. Давай, чуваки, держимся, захватываем. Я так понял, тут у нас вообще все сражаются. И да, смотрите. И обычные эльфы. Просто эльфы сражаются, люди и... Ну, каста и гномы. Один гибли. Мост должен быть нашим. Всеми этими отрядами руководит. Тут какая-то стычка. Мужики, не дурите. Давай, погнали дальше. Тихо. Присоединиться к нему. Вот так вот. Нормально. Ну, Гимли, конечно, красава, но по сравнению с Арагорном, Арагор, конечно, был круче. Сука, тихо. Давай, гони его, чуваки. Хорош. Мы должны спешить к Гэндальфу. Ну добейте уже, мужики, вы чё? Нас ждёт убежище. Да сейчас идем, не ори. Сучара, а? Хорош. Маги меня подхилили. Красавчики. Так, что у нас тут? Чуваки, продвигаемся. Фух, честно говоря, я уже забыл тут миссии. Играл я в эту игрушку очень давно. Нет, это было очень-очень давно. О, старый, здорово. Че, как дела? Он нам поможет. Давай смотреть, что там у нас будет. Отважное деяние. Вы осмелились войти во мрак Мории и сумели вернуться живыми. Тварь из глубин пробудилась вновь. Нам придется биться с Балрогом. Балрог, давайте поиграем за Гимли. Ой, за Гэндальфа. Так, ну чё? Ваши мечи здесь бесполезны. Да, знаменитая фраза. Давай, старый, развози. Ой-ей, тихо. Тихо. Спокойно. Сраный Балрог. Словил по щам. Тихо. Да ты гонишь, что ли? Ни хрена себе. А оказывается, лучше его не подпускать. Ладно, я понял. Блин, жалко так сливать героев вообще, да? Сука, ты чё? Ты чё, ебанутый? Какого хрена? Чё происходит вообще? Не, лучше, конечно, к Балрогу вообще не подходить. Ну его нахрен. Тихо. Так, да, в ближнем бою мы, конечно, бессильны. Тихо! Твою мать! Ну ты жесткий, конечно, чувак. Вставай! Да ты чё, мужик? Жизнь-то уходит. Жизнь уходит. Может лучника взять или... Давайте возьмем разведчика один раз, посмотрим, как он будет действовать. Ну-ка. Тихо.
А чё, сзади нельзя, что ли, его? Вот это подстава. Я думал, можем будет его немножко порубить сзади. Осталось 7 жизней. Так, ладно. Давайте возьмем лучника. А ты чё хилишься-то, чувак? Какого хрена ты хилишься? Ты гонишь, что ли? Блин, это жестко. Сука, отвали от меня. Сраный разведчик. Давай, давай, настреливай, чуваки. Так, тихо. Немножко осталось. Немножко. Я сейчас лягу. Блин. Сраный лучник, а. Фух. Где ты? Где ты? Там не хилишься? Вроде как нет. А, ты сучёныш. Так, осталось 6 жизней. Вроде нормально, справляемся. Ты, сука, прячешься от меня, что ли? Генрифа жалко. Очень жалко, что мы просрали его. Ну, блин, можно было, конечно, постараться и сохранить ему жизнь. Я не знал, что он такой жесткий балерок. Буквально с пару ударов выносит просто. Фу, ну что, замочили вроде как еле как. Вроде как еле как. Масло масляное, ну да ладно. Фу, готов. Готов. Кровью и потом, конечно, замочили его. Очень сложно было. Тут еще лучники настреливают, вот в чем проблема. Ну ничего, справились. Балрог Моргота наконец побежден и низвергнут в бездонные глубины земли. Древняя обитель гномов отвоевана. Злобные твари, населявшие ее, изгнаны и не вернутся никогда. Но освободителям Мории рано праздновать победу. Темный властелин Саурон вывел на бой свои армии. Возможно, эта битва решит судьбы мира. Вот такие дела, ребят. Ну что, у нас следующая карта, это, я так понял, Асгилиад. По внешнему виду, по крайней мере. Так. Да, смотрите, Асгилиад. Ну что, тогда давайте сделаем здесь небольшую паузу и продолжим в следующей серии. Если вам, ребятки, понравилась эта серия, конечно, были лютые фейлы, но я старался, как-никак. Я старался, и мы с вами это дело прошли. Не забывайте, конечно, ставить лайки и также подписываться на канал. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока, ребят.